Привет и добрый вечер. Сегодня с вами поделюсь 5 способами, как изучать английский язык, ничего при этом не делая. Давайте перейдем сразу к делу. Пункт 1. Переведите все, что у вас есть, у чего есть интерфейс, все переведите на английский язык. Ваш телефон, утюг, пылесос, вилки, ложки, тарелки, все, что есть, переведите на английский язык. Если вы устанавливаете программы какие-то на компьютер, особенно программы, которые вам уже знакомы, с которыми вы раньше работали, всегда выбирайте язык английский. Потому что то, что вы уже умеете делать, вы просто увидите, как это делать на английском. Например, copy-paste. Обычное то, что все умеют, скопировать, ставить. Просто берете Ctrl-C, Ctrl-V, вы уже все равно знаете, как это сделать. Просто берете и копипейстите, там, и все этот файл, файл, tools, там все, save as, все эти мелочи, которые вы и так уже пользуетесь ними, вы просто узнаете, как это делать на английском. Очень полезный способ, очень простой. Второй пункт, второй способ, это повторяйте самое базовое, то, что вам уже знакомо, базовые какие-то моменты. Например, если вы совсем новичок в английском языке, возьмите 2 глагола to be и to do. Все, погоняйте их в настоящем времени. Просто to be, to do, I am, he is, she is, we are, we were, там, to do, I do, we do, she does. Просто укатывайте. Вы это уже все равно знаете. Укатывайте, обкатывайте, утрамбовывайте эти знания, чтобы они были ближе к поверхности у вас всегда в мозгу, чтобы вам за ними не нужно было идти рыться, чтобы они у вас всегда были под рукой. Едете в машине, например, ничем не занимаетесь, какой-то ерундой, да, вот ничего вы не делаете, руль крутите. Все, и говорите там себе раз, I am, she is, вот это все, научились, стало легко, стало скучно, добавляйте вместо do какой-то другой глагол, например, там идет человек, травка растет, там тучка висит, еще что-то, и уже добавляйте, потом усложняйте, то есть, но всегда, чтобы это вам было просто, чтобы это не было как учить активно, потому что учить активно, на это уходит много сил, и вы просто устанете, и вам надоест, и, ну, вам будет тяжело это делать, это все равно необходимо, но вам это, как бы делайте это в другое место, в другое время. А когда вот вы ничего не делаете, вот повторяйте то, что вы уже хорошо знаете. Третий пункт. Вот за это я бы брал деньги, запатентовал бы и честно бы брал кучу денег за этот совет, но придется вам его сегодня поделиться с вами абсолютно бесплатно, поэтому слушайте внимательно, наставьте это, навострите уши. Это слушайте радио, то есть можно смотреть сериалы, можно там все книжки читать, все это классно, но радио настолько удобно, просто берете, заходите на любой сайт, в любом крупном городе есть радио новостей, заходите на этот сайт радио, там у них где-то вверху всегда будет онлайн-плеер, всегда нажимаете и слушаете, и все, никакого нету, ничего вам больше не надо делать. Опять же, едете в машине, занимайтесь ерундой, ничего не делайте, воткните этот, на телефоне найдите этот плеер, включите и слушайте просто радио, фон. Не старайтесь понимать, активно не надо ничего прислушиваться, потому что, опять же, вы устанете, вам надоест и вы забросите. Плюс привыкайте к речи, привыкайте к паузам, к интонации, то, как люди говорят, какие-то, может, слова. Но, опять же, не запоминайте активно, не старайтесь, не тратьте на это силы, потому что оно все это на корочку будет записываться, все будет записываться на корочку, потому что иногда просто, когда вы слышите очень много иностранной речи, у вас голова начинает болеть просто от того, что это речь иностранная, вы ее стараетесь понять, у вас ничего не получается. Не старайтесь понять, пусть это будет просто фон. Люди мимо проходят, увидят, что вы слушаете радио на иностранном языке, на английском, скажут, о, ничего себе, вот это вы круто, то есть зарисуетесь еще, это очень классно, очень, очень полезно. Оно там, польза от него буквально какие-то там 1/12 доля процента. Но если вы будете его слушать часами каждый день, то эти дольки так сложатся в такой большой кусок. Оно вам поможет. Мне оно помогло просто. Я тяжело переоценить, как оно мне помогло и сколько часов этого радио наслушался. Там много лет назад я развозил пиццу. Я постоянно в машине включал местное радио новостей. Вот в Вашингтоне есть WTOP, Whiskey Tango Oscar Papa.com. Можете прямо сейчас туда пойти на этот сайт, включить этот плеер и послушать, что они говорят. Очень полезно, очень классное радио. Но в любом другом городе, если вам нужно британский, там, австралийский, где хотите, Лондон, в любой город, хватаете, Мельбурн, у них есть какое-то местное радио новостей. Просто найдите, увидите, или там даже BBC, как это, NPR. Куча есть именно радио. Просто слушайте, как фон, привыкаете к английской речи, просто привыкаете, чтобы она вам не резала вообще, чтобы она вам не мешала жить. Даже если вы ничего не понимаете, оно все равно вам очень сильно поможет. Вот такой совет, я им пользуюсь постоянно. Он мне помог просто сумасшедше. Четвертый пункт. Классный тоже, очень веселый пункт. Пишите хейтерские и тролльские комментарии. Вот на Facebook, на YouTube, где угодно. Найдите их.
И просто пишите, вот что-то не понравилось, как человек одет, что-то, как они выглядят, у кого-то там лицо очень большое, или еще что-то. Напишите этот комментарий, на вас сразу же налетят так называемые grammar Nazis и начнут вас исправлять. Это вообще, это так классно. То есть вы сможете заставить ненавистников ваших вам помочь достичь вашей цели в изучении английского языка. Ну что может быть лучше? Правильно? Офигенно. Это я тоже это использовал. Очень классно. Треть видео на YouTube, треть самых популярных видео на YouTube, они на больше, чем треть, на английском языке. Представляете, какое огромное количество информации. Меньше, чем две трети всех остальных популярных видео на там 80 сколько, или сколько других языков, включая русский. То есть представьте себе, какое огромное количество информации, видео вот есть в мире на английском языке. Больше половины всего интернета на английском языке. Поэтому вы не найдете, то есть не будет у вас проблем найти, где именно что написать. И вот вас начнут исправлять. Ну, классно. То есть это почти гарантированно, что это вам поможет очень хорошо изучать английский язык. Пункт пятый. 5 пунктов, просто красивая цифра. У меня нет на самом деле 5 пункта. Поэтому 5 пункт вот просто будет, пусть будет такой, что I love you. И подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, если вы хотите больше узнать об английском. И пишите вот даже те хейтерские, тролльские комментарии, которые я вам говорю, пишите вот под этим, прямо под этим видео, я вам отвечу на них. Отвечу, причем вежливо, если у вас что-то так не то с грамматикой, с удовольствием вам помогу. Если вы не знаете, где начинать, вот начинайте с этого видео, и это очень вам поможет. И вот еще один момент, который не связан с изучением английского, но который мне очень сейчас помогает мне вкладываться в видео, чтобы они были меньше, чем полчаса, это записывать их на морозе, потому что мне так холодно вообще, я уже не могу, я сейчас под машину спрячусь. Офигенно тоже. Все, я вас всех там это обнимаю, просто ради тепла. И пишите комментарии, лайки. В общем, я побежал. Все, не могу больше. Давайте.